На сегодняшний день большая часть жителей города поддержала экологическую акцию «Таза Казахстан» и внесла свой вклад в чистоту города. Немаловажным было и то, что к субботникам присоединились школьники. Так, в первую неделю акции участники дебатного сообщества города Темиртау дружно вышли на субботник, который организовали на территории женской гимназии. Дебатное сообщество Темиртау вышло на уборку территории школы женской гимназии. Охрана и забота об экологии нашего города является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы призываем всех жителей Темиртау внести свой вклад в эту акцию и стать толчком к развитию нового и экологически чистого Казахстана. Несмотря на свой юный возраст, учащиеся гимназии очистили весь мусор и облагородили всю территорию школы. Ребята отметили, что данная акция очень важна, и люди должны поддерживать чистоту в городе. Я считаю, что это очень полезно как и для нас, так и для окружающих людей. Сегодня мы совместно с учащимися женской гимназии очистили свою территорию от мусора. Призываем и вас к этому. Мы вышли на субботник, так как мы свой Темиртау и территорию своей школы хотим держать в чистоте. Поддерживать порядок очень важно. Напомним, экологическая акция «Таза Казахстан» рассчитана на 5 недель, каждая из которых посвящена определенной тематике. На сегодняшний день началась 2-я неделя под названием «Киелемекен», в ходе которой пройдет благоустройство территорий историко-культурных памятников. Асель Тулюбаева, Евгений Ходорев, Максим Ломакин, новости Темиртау.